Ух ты. Стороне там и там там есть. Да, внутри я там все собрал. Противник. Какой хулиган, а? Принять бы его оба. Тут что у нас? 250 и 100 миллиметров. 193, 130. Ну, это, конечно, пробитие такое себе на немца. Но зато у него броня. Очень хорошая броня. Ух ты. Посылочка. А где враг? Переметнулся куда-то. И хрен с ним. Да, вот сейчас скорострельность возьмем. Ух, ничего себе, там они воюют. Поедемте им поможем воевать. Постой на гусле, пожалуйста. Да, есть груд. Вообще четко вмешались. Угу. Куда ты нахрен собрался, дружище? На тяжелый танк переть, конечно, это пиздец. Это глупейшая ошибка. Через мост и на противника. Пока мы... Да, он впереди. Чем больше урона, тем лучше, быстрее прокачаемся. Он взял. Не уезжай, брат.
давай азот врубаем. Пусть они между собой воюют. Мы два схватим. Чего? Такой урон маленький. Да чё за хрень? Надо как-то старание, что ли? Совет намного лучше. Да, у меня наебал, просто наебал. Калиберы работают. Но теперь ты полностью можешь раскрыть свой потенциал. Пятеро, двое тут. Хорош. Сучка. Жесть просто. Это он так поворачивает. Это просто жесть. Еле выжил.
как же мне повезло. Опачки. Куда? Да, немец такой себе, конечно, превосходство над противниками. Это просто пипец. Броня зато. Два тута. Больше нету. Давай ускорение на выход. Тут уже труп, наверное. Да, тот труп. Зона. Красавчик просто, он использовал все. Щечетка. Ну понятно, что он столкнулся. Проиграл. Ну молодец. Использовал свое ХП.